Добрый день, дорогие друзья. Сегодня проведу аукцион в торговом центре Greenwich в галерее Грани. Союз русских художников, галерея современного искусства Грани, художники города Екатеринбурга приглашают вас принять участие в благотворительном аукционе, который будет проводиться 26 июля в 19:15 по адресу улица 8 марта, дом 46, торгово-развлекательный центр Гринвич, третий этаж, территория галереи Грани. Цель этого мероприятия является развитие рынка искусства в Екатеринбурге, а также формирование художественного рынка на основе коллекционирования, связанного с меценатством и благотворительностью. Часть средств, полученных от продаж работ, будет перечислено Православную службу милосердия как крупную социальную поддержку. Идейным вдохновителем проекта является художница из города Екатеринбург Лариса Авдуевская. В этот день в 18:30 у нее состоится официальное открытие персональной выставки «Вдохновение». Приходите общаться, поддержать, высказать теплые слова художнику и принять участие в аукционе. Работы, которые будут представлены на аукционе, можно будет посмотреть с 17 часов в галерее Грани. Если у вас нет возможности посетить аукцион, вы можете сделать свою ставку и оставить контакты. В случае победы вашей ставки с вами свяжется представитель галереи. Внимание! Прямого эфира не будет. Если вас заинтересовал лот, звоните по телефону Наталья Гартни. Плюс 7-906-812-75-33. Плюс 7-906-812-75-33. Во время аукциона она выйдет с вами на связь для участия в торгах.